Дело на том, что эта команда очень хорошо держит мяч. И то, что на ее нужно постоянно прессинговать, чтобы не давать спокойно контролировать мяч. Но я считаю, у нас это получилось. Но было очень тяжело. Ой, ты видишь, где твой пятый номер? А? Посмотри, где он! Абсолютно разные матчи, что на Борисов-арене, что здесь. А, мы уже шутили, что это из-за Орика. Потому что в первом кругу он играл за Слуцк, поэтому так получилось. Нет, все шутки. На самом деле и в первом круге была очень тяжелая игра. Но тогда у нас, так скажем, залетело все, а сейчас только один. И назад, 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 Саня, бежать! Первый тайм получился каким? Он получился очень сложным и с большим количеством единоборств. Правда, мы старались весь тайм прессинговать. Прессинг – это очень энергозатратное дело. Но, опять же, повторюсь, надеюсь, тренерский штаб еще посмотрит, но я думаю, в целом у нас получилось то, что мы задумали. Арылхан вышел в старте, в отличие от других матчей, и снова забил. Гол такой получился корявенький, но, как говорят, наверное, не пахнет. Хотя наоборот рабочий такой. 100%. Неважно, как забит гол, каким образом, какой частью тела, гол есть гол. И он сегодня нам помог выиграть. Иди сюда, все! То есть обычно много критики, да, то есть победа, но все равно люди недовольны там, тем, что во главу угла ставят результат, да, а не командное взаимодействие. Сегодня вот читаю, даже главные критики из чата пишут, что была смысленность во всем. Ну, опять же, наверное, если уже даже болельщики видят и ценят, это, наверное, главный показатель того, что мы работаем в правильном направлении. Играть! Играть! Играть, парни, играть! Не останавливаться, играть! В втором тайме терпели больше, либо наоборот пытались что-то создавать, потому что, концовка, мяч был у нас. Там, наверное, последние минуты, плюс добавленное время. Нет, понятно, мы всю игру пытаемся что-то создавать, пытаемся активно, агрессивно играть, но в силу, наверное, давления соперника и в силу того, что счет был в нашу пользу, и соперник хотел отыграться, да, наверное, подсели, но мы выдержали, даже пару раз выбегали в активной атаке, поэтому все. Хорош, парни, хорош! Здорово! Хорош! Зайти, да, ребята! В турнирную таблицу приятно еще смотреть? Честно, я особо даже не смотрел. Но судя по тому, какую мы мини-серию выдаем, я думаю, мы там поднимаемся все выше и выше. Хорошо.